Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, День Святаго Великомученика и Победоносца Георгия – это особый день не только в церковном календаре. Может быть, многие об этом не знают, но ведь именно в этот день закончилась Великая Отечественная война. В День Победоносца Георгия боевые действия в Берлине закончились. А что это означает? Ведь это очень символичный момент. Как много людей обращалось с молитвой к великомученику-победоносцу Георгию, чтобы он помог, чтобы он укрепил воинство наше, вождей наших, дал мужество народу нашему. И что произошло? Произошло чудо святого Георгия. Вот эта победа в войне является самым великим чудом святаго великомученика и победоносца Георгия. Потому что враг был намного сильнее нас. Пройдя всю Европу, агрессор впитал в себя всю экономическую и военную силу континента. Это была война не с Германией, это была война со всей Европой, которая оказалась под пятой германского фашизма. И с точки зрения анализа трезвого, то, что называется научного сопоставления военных и экономических потенциалов, у нас, у нашей страны не было никаких шансов победить. А, собственно говоря, первые месяцы войны и показали это. Враг перешел границу и с легкостью пошел к столице. Да, было сопротивление героическое, но его ломали, как все равно ледокол ломает огромные льдины, так вот эта военная машина крушила все наше сопротивление. И как много тогда погибло наших воинов. И ну никакой силы не было, чтобы остановить врага. И он дошел до Москвы и до Петербурга, Ленинграда тогдашнего. Он стоял совсем недалеко от того места, где мы сейчас с вами. Можем себе представить? Там была сила. Сила всей объединенной под фашизмом Европы. Огромный экономический и военный потенциал. Огромный военный опыт. Потому что вся Европа была побеждена. Оттренированные, вооруженные до зубов военные соединения. А что было по эту сторону? Обороняющийся город. Так же, как и по другую сторону фронта Ленинградского. В этих городах не хватало питания, многого не хватало для того, чтобы организовать мощную оборону. А что произошло? Ни Москва, ни Ленинград, теперешний Петербург, исторический Петербург, не сдались врагу. И от этой победы там, на северо-западе, и здесь, в центре России, и началось наступление наших войск, которое закончилось полной победой и полным сокрушением врага. Чудо Божие всегда совершается в ответ на участие людей. В первую очередь в молитве, в вере. А в таких судьбоносных случаях, о которых мы сейчас говорим, и на реальное соучастие, если бы наши бойцы не стояли бы насмерть, если бы наши труженики тыла не работали по 12 часов у станков, если бы даже дети не включились в эту борьбу, то мало было бы только молитвы. Но когда весь этот героический труд и самоотверженная борьба со страшным врагом сочеталось с возрождением веры в безбожном Советском Союзе. Когда люди пошли тысячами в храмы, закрытые храмы, и молились, когда военачальники не боялись молиться и осенять себе крестным знаменем, вот тогда Господь и обратил милость свою к Отечеству нашему, заблудившемуся, как бы отказавшимся от Бога, но через эту огромную скорбь вернувшегося народа Господа.
И подлинное возрождение веры и началось под раскаты орудий, несших смерть в Великой Отечественной войне. Поэтому события, которые мы сегодня вспоминаем, это, конечно, память святого великомученика и чудотворца Георгия, но через него мы вспоминаем и великую победу нашего народа, которая совершалась по милости Божией и по предстательству святаго великомученика и победоносца Георгия. И как замечательно, что в этом парке Победы был построен этот храм, как замечательно, что он назван в честь великомученика и победоносца Георгия, и как важно, что каждый год в этот день мы вспоминаем имя святаго, спасителя Руси и героизм нашего народа, одержавшего победу в самой смертоносной и в самой страшной войне в истории человечества. Верим, что если и дальше народ наш будет укрепляться в вере, если и далее наши вооруженные силы, как сегодня, не будут из своей внутренней жизни исключать молитву и богослужение, по милости Божией, все более и более будут обращаться и за помощью Господу в совершении своих ратных подвигов, верим, что победа будет с нами. Память святаго великомученика и чудотворца Георгия – это память о великом чуде избавления нашего народа от смертельной опасности, а страны нашей и церкви нашей – от полного уничтожения, потому что никогда бы враг не смирился с тем, что предстоятель церкви, митрополит Сергий, смело обращался с воззваниями, призывая народ к защите Отечества в самые трудные моменты, когда, казалось, нет надежды на спасение, когда голос церкви звучал во всех храмах, их тогда было мало, было больше храмов закрытых, но как много народу тогда пришло в эти закрытые храмы, и, стоя даже у дверей закрытых храмов, молились и просили Господа о победе. Еще раз хотелось бы сказать, что сегодня мы живем в иную эпоху, но тоже очень непростую. И мы знаем, что вновь враг ополчается на Русь святую. По милости Божией, сегодня Русь стала могучей и действительно непобедимой в военном отношении державой. Но есть все-таки и сегодня там, за рубежами Руси, те, кто мечтают силой овладеть нашей страной. Верим, что этого никогда не произойдет, потому что с нами Бог, и Бог будет с нами покуду, мы будем хранить веру православную и в молитве привлекать милость Божью, Его силу и благодать, в том числе и для ограждения страны нашей от всяких врагов и супостатов. И будем молиться святому великомученику Георгию, чтобы действительно в наступившее также судьбоносное и непростое время Он был с нашим народом, с нашим воинством и слышал наши молитвы. А молитва об одном, дабы Господь сохранил Россию единой, неделимой, сильной, а самое главное, независимой и свободной. Потому что сегодня, как я уже не раз говорил, вызывая на себя целый огонь противников, Россия – это остров свободы. Давайте запомним это, потому что мы действительно свободные люди. По чью-то указку сильных мира сего мы не идем против Божьего закона. Для нас брак – это союз мужчины и женщины. Для нас воспитание детей – это в том числе и в нравственной чистоте. Для нас полнота жизни – это в том числе и посещение храмов, это молитва, это соединение духовного с материальным.
И это все сегодня происходит в нашей стране, на которую многие взирают, как на пример. Но другие, раздираемые завистью и желанием ликвидировать эту такую для многих людей привлекательную альтернативу цивилизационного развития, стремятся, конечно, сделать все для того, чтобы Россия потерпела поражение. Но этого не будет, потому что с нами Господь не будет до тех пор, пока народ наш, созидая свою военную и экономическую силу, никогда не забывал бы о силе Божией и через искреннюю веру и молитву привлекал бы эту божественную силу нам в помощь. Молитвами святаго великомученика и победоносца Георгия да хранит Господь Отечество наше, вооруженные силы и всех, кто с верой и надеждой и спрашивает его ходатайство пред лицом Божиим о Отечестве нашем. Аминь. Христос воскресе! Аминь.